Как правильно нотариально удостоверить медиативные соглашения? Этому вопросу был посвящен семинар для ульяновских нотариусов. Мероприятие провел доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского государственного университета Юрий Поваров. Медиация позволяет разрешить правовые конфликты, не обращаясь в суд. В этом помогает привлекаемая третья незаинтересованная в вопросе сторона – медиатор. Особенно это эффективно для родственников, деловых партнеров или друзей, людей, взаимодействие которых должно быть сохранено в будущем. Нотариус играет важную роль в обеспечении гарантии выполнения всех договоренностей в ходе медиации. И чтобы вот это медиативное соглашение стало обязательным, оно обязательно нотариально будет удостоверяться. Для того, чтобы оно было обязательно для обоих сторон, для того, чтобы родственные отношения не рвались, человеческие, дружеские отношения не рвались. Потому что путем медиации, заключения и подписания такого документа будут регулироваться очень многие имущественные вопросы. На семинаре нотариусы и их помощники детально рассмотрели вопросы нотариального удостоверения медиативных соглашений, которое стало обязательным с 25 октября этого года. В случае уклонения одной из сторон от исполнения условий договора, сам документ или его нотариальная удостоверенная копия могут быть сразу направлены судебному приставу-исполнителю. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.